помните, вас еще мама моя спрашивала про дочь, у которой аллергия, это я. Да, я помню. Вот, да, вот я начала пить, мама ж меня все-таки заставила пить эту продукцию. Все-таки заставила, ключевое слово, да, заметьте, да. Говорит, не столько, говорит, положительных отзывов, но я тебя очень прошу, ну попробуй. Вот, и я ж начала пить, я, ну, как вы сказали, по чуть-чуть изначально, третью дозу, ну, типа, на три раза разделять пакетик, ну, как бы, постепенно. Вот, и активаясь, я пила вообще, наверное, ну, как бы, пол чайной ложки. Два дня было нормально, я ничего не чувствовала. Ну, вот, единственное, что спала я эти два дня, когда я пила ресторан, да, значит, вообще очень хорошо. У нас просто, я сама живу в Киеве. И не знаю, то ли погода очень менялась, потому что очень себя плохо чувствовала. Вот. И на третий... Говорите, говорите. И на третий день я выпила... Я на третий день выпила практически чайную ложку, не полную, ну, где-то 3/4 чайных ложки. Активайста и бейсик. Это сделала все на голодный желудок. Ну, то есть я хотела выпить и сразу садиться завтракать. Я через 5 минут... У меня начало гореть лицо, потом уши, а потом голова, и у меня все тело стало красным, а, кроме живота, наверное. Вот я даже фотографировала, потому что я очень испугалась. Ноги, все, ну все. Я думала, что так как я аллергик, я почему-то решила, что это аллергическая реакция, потому что... Ну, мне говорили, что там, ну, будет, может быть, там какое-то там покалывание, возможно, но от маленькой дозы ничего не должно быть. Вот, я очень испугалась, сразу набрала Валю Буряк, вот, и она меня, конечно, успокоила, что, ну, то есть не переживай, оно сейчас пройдет, это нормально. Да, такое бывает, но я, честно говоря, ну, я не ожидала, что настолько... Быстро. Бат, казалось бы, и витамины, они могут так подействовать. У меня где-то вот минут через 50, вот полностью оно все сошло. И вот у меня на работе девочка, она тоже страдает аллергией, вот у нее точно такой же необъяснимый характер аллергии. То есть я не реагирую ни на какие анализы, то есть чтобы сдать, понять на что. Вот, и, ну, таблетки не помогают, даже очень сильные таблетки. Вот. И вот эти дни, когда я вот пила даже вот препарат, ну, в принципе, конечно, я еще гомеопатии лечилась до этого 4 года, то есть я от нее тоже чуть-чуть эффекты видела. То есть я себя вот эти 3-4 дня чувствовала более или менее нормально, вот. А человек пришел на работу, я с ней разговаривала, она говорит, боже, я в эти дни, говорит, я не знаю, что у нас в Киеве, говорит, но мне так плохо, она говорит, я ночью не сплю, говорит, мне нос заложен, днем нос заложен, говорит, препараты не помогают, а я на таблетках. Я ей сразу сказала, что я пью, я говорю, она говорит, ну давай, ты пропьешь, мы посмотрим, типа, как будет у тебя, говорит, если что, я тоже себе куплю, попробую. Спасибо, Анна.